Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Тема урока – парные глухие и звонкие согласные звуки. Здесь мы видим два рисунка. На первом рисунке изображена гора. На втором рисунке изображена кора. Два эти слова отличаются лишь одним согласным звуком. В первом случае это «г» – согласный звонкий. Во втором случае это «к» – согласный глухой. Но эти звук «г» и «к» произносятся похоже, только когда произносится звук «г», слышен и голос, и шум, поэтому он звонкий, а когда произносим звук «к», мы слышим только шум, он глухой. Дальше давайте посмотрим. Это у нас коза, а это у нас коса. Два эти слова отличаются звуками «з», «с». При произнесении звука «з» мы слышим голос и шум, при произнесении звука «с» только шум. З, с, з, глухой, звонкий, с, глухой. Они образуют пару. Итак, парные по звонкости, глухости согласные звуки. Б, п, в, ф, г, к, д, т, ж, ш, з, с, б, п, в, ф, г, к, д, т, з, с. Остальные согласные звуки называются непарными по глухости звонкости. Например, непарным звонким согласным звуком мы отнесем л, л, м, ме, на, не, р, р, й. Непарные глухие согласные звуки х, хе, ц, ч, щ. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеоуроки на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.